А никого нету, что ли? Опа! Два чувака есть. Полетели. Опа, баночка. И сундук, слышу еще. О, машинка есть, сундук. Полетели. Бля. Импульс гранейт. Реально работает, пиздато. Под собой тупо кинул и все. Опа, слышу чувака. У меня тут. Тихо. Ладно, выпьем мочу. Я тоже мочу пью. Ой, еще одна мочка. Не, я хочу его убить, сука, он злой. Ну, точнее, прям агрессия на него. Вон. Да, блять, заборы! Перила, точнее. Ай ты, сука, мне пизда. Я закрою дверь перед ним. Бля, ты что? Нет, не убивай меня! Хорош. На, сука! Это мой друг тебя убил! Ой, блядь. Улетел. Это Немо! Эй, блядь. Ебать, нормально. Ты делаешь-то, блядь? Опа. Блядь. А? Куда? 230. А, понял. Да, блядь, все, патроны кончились. Чупикс, вот так. Пошел нахуй. Бля, бля. Ладно. Он по говну на самом деле. С каких? Что, нет, да? Я тебе могу. Не, ну у меня на мелкую нету. А, ебать, спасибо. И тоже нету. На, возьми, я короче, ты забей, я с этим самочкой поговорю. С каких пор стала мода называть броню мочой? А, блять. Хули нам, дурачкам, развлекаться надо. Как ты придумаешь что-то? Бля, у меня же там все только. Есть бинтики или... Еб... Вот сука, блядь, 100 брони ходит, блядь. Так. Опа. Кстати, как твой FPS? Хуже, лучше? У меня упало лично, хотя разрабы говорили, что... У меня пиздец, на 50 улучшилось. На 50. А, оклон... я бинты могу дать. Давай. И тут моча есть большая. Помнишь, когда Щупик сам стримил? Не, ребята, кто это? Да, блядь. О чем вообще говорить? Ща. Ну я бинтики нашел нормально. И я просто броню возьму и все, заебись. О, у меня снайперка, бля, у меня не лезет, лучше ко мне приди. Угу. Тебе и броню дам, сундук... и снайперку. Где сундук, сука, не понимаю, за этой что ли? Кажется, ты запомнил, где я был. Я угу. Я, знаешь, кстати, чуть-чуть этот... Автомат с прицелом чуть-чуть научился реализовывать. Чуть-чуть. Но он что-то мне даже не попадается. Не время. Ща. У него баллистика. Да там не в баллистике, там разброс, пиздец. Да. И урона мало. Пиздец. Что с Фортнайтом сегодня случилось? Я пробовал заходить. Да там какие-то эти, ну, сервера упали и все. Ну, типа там... Исправилась быстро. Полетели. Зона не так далеко. Бля, а у тебя есть это... На снайперку. Полетели. Опа, хорош, спасибо. Чек. Здравствуйте всем, чуваки. Кто тут первый раз, напишите, пожалуйста, плюсик в чат. Сейчас, вот знаешь, типичные подписчики, сейчас все, кто тут сидят уже, блядь, по 3 года, блядь, плюсики. Я первый раз, Джонни, я тут первый раз. Все фанаты аутфаги. Тупо все, даже который вчера, вот, Эсом написал, Фара написал, ой, блядь, эх вы, пиздючи, пиздите тупо, блядь, и все. Целыми днями сидят и пиздят мне чисто. Вам не стыдно? Нет, ребят, я, конечно, на вашем месте бы извинился. Что это? Ебать, зигло, парень, ну сдаю здесь 280. Прям у меня. Давай. Сейчас будет. Тотальный разъеб меня. И как это, не знаю, он как будто в лужу придет. Что это за выстрелы, блядь? Ебать ты. Он издевается! What the f... Окей, понял. Я тебя понял просто. Подо мной, короче, чувак. Прям в доме. Его дружбан, походу. А, или нет. Они перестреливались. Ой-ой-ой. Вижу одного. Минус броня. Минус. Так, сзади. Оу-ей! Я нечаянно в тебя стрелять начал. Хорошо, что тут это... Friendly Fire, типа, вырубил. Блядь, если бы Friendly Fire был бы, это вообще пиздец.
Так. Это звук дигла. Да какой-то пиздец, а не звук дигла. Пердешь в лужу тупо. А ты чё медкит не заюзал? Потому что я уже заюзал. Это второй медкит валяется тут. А? Чё? Пин... А, давай, это медкит. Там что-то ещё, по-моему, пиздата лежало у него. Дигл. О, юст. Это дигл. А, блин. Чё, дигла нет, а? Чё, Пикс, пропизделся? Я думал, он золотой, а он фиолетный. Эх, Чупикс. Тут сундук есть. Бедный Чупикс, с дальтоником стал, ребят. Вот ваш... Кстати, Чупикс, чтоб ты понимал, между прочим, в настройках-то... Тут ещё один дигл. Тут специальные возможности. Захочешь, и специально для дальтоников сделали... Я вот. Просто в 3D-версии играю. Нихуя в VR играет, блядь, Fortnite. Бля, прикиньте себе... А как? А где лестница? Её нет, нужно... Бля, тебе Fortnite на то и дает возможность постройки, чтобы ты построил собственноручно. Хорошо, что ты не смотрел. Тут бинтики... Ебать, три медкита, братан. Три медкита. Я, наверное, бинты возьму. Три медкита просто. О, тут... А, вон еще один стучок. Ща. Оп. Полетели. А у тебя есть напись патрона, а то у меня что-то... А, тут патрон на снайперку? Да, это же типа... Ну, она пиздата, как снайперка, типа, стреляет так же. Урона много наносит, но... Короче, ты не любишь снайперки брать, бери дигл. Вот твое, блядь, решение. Ты чё, по мне стреляешь? Да, эх, ты, да не, я не хочу с дигла играть, тут юсп есть. Ладно. Можешь снайпер... взять дигл? Не-не, у меня снайперка. Я буду как нормальный парень со снайперкой, ебашь. Мне не понравился. Сзади кто-то есть? Не пугай. Блять, может, он там что-то выбросил интересное. То, что ему не нужно было, а мне вот в самый раз будет. Чуваки, извините, если я что-то не читаю, блять. Просто. Сейчас 21. 21 выживший. Надо ебашить. Да, мы так и борем вроде. Нормально. Вот два килла на... каждого. Ресурсы надо. Опа, подожди, там, походу, головка вылезла. На 320. Будь поаккуратнее, мой хрень. Головка вылезла. Хуёк тупо такой. Оп. Hey, what's up? Да ну и слышишь. Зелёная М-ка или юс? Для тебя юс. Да ты чё, еб***ся. Люблю Жоню, спасибо огромное, братан, за 20 рублей. Тебе уже операцию сделали. Удачи. А, спасибо огромное, братан, за 20 рублей. Я не знаю, ты девочка или мальчик. Спасибо в любом случае за 20 рублей. Нет, не сделали, но... Я типа просто, ну лучше насобираю, блять, на моник. Так будет намного получше. Да и не особо на жалость хочу давить, поэтому вот так. А ты где видел голову? Я, мне показалось, глюки. Это, блять, Fortnite обновлениями своими. А, на фоне, да, типа? Да, да, там цветочек был. Кстати, вот вдали, это у тебя гличи до сих пор, кстати, дома? У меня просто лесенки, я вижу на этой фоне. Да. Лесенки. У меня, да, бывает, стены просвечиваются. ВХ. ВХ, Ютуб и Инстаграм. Бля, 18 выживших. Где все? Да, но у нас не самый лучший, блядь. Ситуация. Ну, зона, кстати, прям... Опа, подожди, это ты был? Ты прыгал сейчас? Да. Просто мне кажется, что тут кто-то спрыгнул. Это просто хуй знает кто. Не, это я прыжок нажал, так кто прям. Добежал. О, о, да, так кто-то взял. Да. Вон сверху, подо мной, надо мной. Блять, что? Омагад. Оно строится теперь как-то криво, не знаю, блять. В то место, куда я не хотел бы построить, оно строится. А где он? Блять, я в тебя чуть не выстрелил, блять. Может, они вниз пошли? Давай посмотрим. Опа. Не, я точно слышал звук оружия. Да, я тоже слышал. А может, он ныкается просто где? Давай поищем. Где ты должен сидеть, сука? Оп. Что-то дрова один остался и... Ну, если бы я один остался, я бы тоже как крыса играл. Чего бы нет. Не, ну в принципе, в начале так можно чисто по приколу, поразъебывать, повыебываться. Сможешь ли ты убить кого-нибудь или нет? Потом уже по дефу играешь. Не знаю, типа в конце реально по дефу надо играть. Все там залутались охуенно, все это, блять. Ясен хуй. Да. Не, его здесь нет, я, блядь, уже все. Ладно. Да, давай зону контролить. Будем зону контролить. Давай, давай. Джин, как это любим? А? Мы и так-то, в принципе, нормально. По зоне. Какой мой любимый мульт? Ну я еще раз говорю, типа, у меня нету особо. Я не могу выделять что-то любимое, что-то прям
безумно то, что я сильно люблю как-то. Я могу выделить какой-то прям вот классный мультик, я не знаю. Ну, как минимум, Шаман Кинг и там Джеки Чан. Логично. Пиздатые мультики, кстати. Не, я бы, наверное, на самом деле сейчас реально Джеки Чана пересмотрел бы. Вот пиздата. Мне Джеки Чан не прям сильно нравился, вот Шаман Кинг. Не, а Джеки Чан, я прям... Эти талисманы, это же охренительная вещь, блядь, талисманы. Это ж пиздец. Какой-то он там нереалистичный, Джеки Чан, блядь. Ну, это рисовка. Ну, блядь, я вот именно сам факт этих талисманов, то, что... Блин, я вот реально в детстве хотел прям, чтобы вот у меня хотя бы один талисман где-то найти. Я вот реально чуть-чуть в душе верил, что эти талисманы реально в жизни есть, и... А чувствуешь, что они, типа, они силы дают там? Да, да, там разные силы, там, типа... Там что-то вроде, это, талисман петуха тебя, ты... Летать вроде умеешь, талисман пса вроде бессмертия, что-то такое, короче. Я даже в Майнкрафте, блядь, у меня сборка была, где талисманы эти Джеки Чана были. Бля, такие пиздатые времена, сука. Пиздатые времена. Детство. Бля, да, ресурсов вообще минимум. У меня 700. Могу тебе дать, в принципе. Давай, давай, немного. Блядь, я эту кипу вообще ненавижу, потому что она свистит. Я просто у Нинджи смотрел, у него похожая кирка была. Только она из, ну, Банки Кинг кирка. И она тоже свистела, блять. И вот эта кирка свистит, пиздец. С Майна покончил? Во, кстати, можно уже рассказать, ребята, часик прошел-то. Короче, мы с Томасом создали каналы по Майнкрафту, чисто по Майнкрафту. Ну там реально прям пиздец детский контент. Стараемся по минимуму материться и тому подобное. Ну, короче, напишите Джонни Знэма, если хотите, там найдете. И, блядь, самое смешное, знаешь, что? Короче, мы же, ну, мы, знаешь, такие небольшие короткометражки с противоборством хотели снимать, типа, там, знаешь, Бэтмен против Джокера мы сняли. И, типа, летсплей мы... Да-да, на 92. Да, а, типа, а в летсплей мы играем, типа, Полковник Сандерс и Рональд Макдональд. И мы, короче, где-то бегаем 10 минут. И, знаешь, такой, что-то... Томас говорит, что он какой-то ченскюб открыл, ему какая-то хуйня выпала. Говорю, чё, чё случилось? Он замолчал такой. И, знаешь, мне шепотом говорит, я Джокер. Он скин забыл поменять, ты прикинь, блядь. А я реально ходил 10 минут, не понимал, типа, я не заметил, что он, блядь, Джокер, а не Рональд Макдональд, блядь. Пиздец. Такой пиздец. Я там, я просто, я в слезах сидел, реально. 86 там настраивается, надо сзади как-то обойти. Но они с кем-то перестреливаются. Сейчас аккуратно вниз спуск. А, хотя зачем, блядь, они вне зоны, мы... Да, в натуре. Мы-то, у нас нормальная позиция. Сейчас пол только построен, у нас, в принципе, и форт тут нормально. Сейчас. Правильно, Fortnite, форт бы что не отстроить. Так, и обратно верну. Че они строятся не в зоне, что не дебил вообще? Подожди, а как обратно вернуть? А, нет, желез так долго. Блять, а как обратно вернуть? Пацаны, помогите, как обратно вернуть? Бля. Блять. Что я сделал? Братан, такую хуйню сейчас сделал. Ой. Ну куда ты строишься? Пиздец, все, в пизду этот Fortnite, пойду в Майнкрафт играть. То же самое, практически. Нет! Не говори. Навсегда. Они спрыгнули там уже? Да, они строили слева, да. Пускались. Они к нам, наверное. Ну, если подниматься будет, мы услышим, я думаю? Ну, конечно. Бля, я бы здесь еще застроил, но ладно. Не, можешь застроить. Ладно, в пизду. Почему он, блядь, ты... Подожди! Казалось, что сзади к нам подходит. Ну, по идее, у нас реально такое место, что... К нам нужно сзади подходить и башить нас, как гондонов, блядь. Mm-hmm. Проклятые пидорасы! Сидят два астронавта, блядь! Где ваш Илон Маск? Куда весь народ, блядь, попал? Вот сразу, блядь. Бля, осталось трое противников на кого. Кстати. Это топ-1, ребят. Не у нас. Блядь, была бы зона еще у нас сейчас. Бля, рядом еще падающие башни, ты понимаешь, какой пиздец? Ебать, на 322, посмотри, какой форт там отстроили. Пиздец. Угу, но они не в зоне. Ну там кто-то так дрался, надо типа. Надо выдвигаться к зоне и построиться зоне? Давай, полетели. Подожди, там строится на 322. По нам работают. По нам работают? Да. Блять. Сейчас, я пока не выйду никуда. Я уже спускаюсь. Я хика просто. Тут за деревьями нас не будет. Сейчас, сейчас. Он по мне прям смотрит.
Бля, надо было выше ебануть. У меня, короче, два снайпера пасут. Чтоб ты понимал. Блять, опасно. Пизда, опасно. Опасно ситуация. Блять. Не, они реально вдвоем пасут, пиздец. Это на 320. Да, ну, да, 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 да. Они. Пробуем сейчас. Я снизу попробую спуститься как-то тут. А, и одиночка где-то в кустах, наверное, сидит, слышишь? Да, да, да. Антикрысы играют. Я к тебе бегу, уже аккуратно обошел снизу. Так, как сломать их хуйню можно? Или они у них в горе? Хуй знает, сейчас пойди. Я фиксирую, проверяю. Может, в кусте он сидит? Или они снизу где-то? Вижу, вижу одного. Координаты? Прям рядом, 15. Понял. На холмике. Ага, спустился. К аэродропу идет. А сверху, строй себе дружбан, да, тоже? Аккуратнее. Где? Опа. Блять. Ой-ой-ой. Аккуратнее. Вижу. Ну нахуй. Минус. Найс. И дружбан сейчас с кем пойдет, да? Он у аирдропа, да, построил? А, угу. Сзади по ним работают, походу. Или это ты встрелил? Это, скорее всего, одиночка у аирдропа был, мне так кажется. А. Просто эти двое нас поздно спалили. Короче, на 13 там за постройкой сидит чувак. А кого ты вырубил, короче, которые там вдали? Ну вот, которые с 11 сверху. Двух, вон, да? Он вылезла, его подняли, короче. Во. А, нет, не подняли, вон он спустился к дружбану своему. Пошли быстрее. Бля, давай. Вот аирдропа чувак сидит. Бля. Бля, что делать? Помогай. Давай вместе ломаем. Мне пизда, короче. Блять. Не-не-не, нормально все. Блять! Помповый твой ебучий дробовик, блять. Молодец. Все, один, по идее, лежит просто. Бля. Просто хильси, блять. Просто хильси. Зона. Пожалуй, вот зона. Бля. Сейчас убегаем быстренько. Блять, убежал. Все. Бля, где-то еще была эта маленькая банка. Вот она. Да? А, зона, блядь, пришла, я думал, она идет еще. Где? Ага. Так. Бля, сука, опасно. Почему, блядь, я не знаю, помповый, походу, хуже работать стал. Против нас один противник, если че. О, здесь спрыгнул, прям тут! Да? Все. Уее! Красава. Отлично.